Звуки вижу, действия не вижу. Что происходит-то? О, боже мой! Теперь вижу. Ага. А портал будет сегодня менять у меня микрофон? О да. О да, вы слышите все, что я говорю, даже шепотом. А может быть, нам с вами вести игры так? Ну так, пошепчемся с вами по чуть-чуть, понемножку. Пошептались, посмотрели в глаза непонятному существу в моей руке. Лайк поставили? Ведь поставили. Я знаю, вы, я, судя по прошлой серии, вы же многие подумали, что нужно поставить лайк, но забыли просто это сделать. Она вам понравилась, я уверен. Итак, мы с вами продолжаем портал. С вами Виктор, кто не в курсе. Да, я могу шептать. Не в том смысле, какой вы подумали. Нет, в том тоже, конечно. Царевные, они, конечно, не пукают, но я не царевна. Так, нам кажется, вот в эту дверь, да? Пошли. Мы, я вам напоминаю, спасаемся бегством от, извините, туалетных жидкостей, которые пытаются наполнить наше с вами существование. Так, что там за кубик? Здесь какое-то вот интересное место. Ладно, давай пока кубик здесь поставим. Пока я не вижу, куда мне... Дверь не откроется с этой стороны. Может, есть какой-нибудь другой путь помимо нее или еще что? Я тебя понял. Давай дернем рубильник. О! Во, отлично. У нас тут забрызгало. Вы же знаете, когда начинает что-то брызгать, вид не может удержаться, начинает все это мазать. Пытает намазать. А, как бы уже догадка есть у меня. Их есть у меня, как говорится. Ну-ка. О, да, детка. Это выглядит как кефир подкрашенный. Я могу уже прыгать? Да, я уже могу прыгать. Все, кефир хорош, перестань. Хватит кефирить. А, только... Вот почему... Как? А, во, вот сюда, вот так вот. Все. Я просто боюсь, что она мне куб закрасит и будет совсем плохо. Но он начнет прыгать, скакать, а мне такой куб не нужен. Не, может, мне потом понадобится, но я пока не готов. Эй, куб, ты где? Ты че? Хорош, перестань. Куб поиграл со мной в попрыгунчике. Я тебя понял, ты хочешь по-другому это сделать. Вот так? Молодец. Так, погоди, погоди, не нервничай, кубик. Воу-воу-воу. Меня оглушило Матвеем. Или кто это? Матбе, Матбе. А я сейчас буду проходить Матбе и куб... 227 подписался. Спасибо за подписку. Нет, он покрасился, черт побери. Видимо... Итак, Мел, почему бы тебе не осмотреться здесь хорошенько? Я еще больше постараюсь замедлить подъем уровня жижи, но не трать на это день. Но у меня есть предположение, что... Великолепный Мел, ты на другой стороне двери. Да, очень хорошо. Не прыгай, кубик, кубик. А, вот так вот надо было его забрать. Тьфу ты. Да все, все, я понял, ты слишком нервный стал. Я пойду за новым тобой. Новая итерация куба, ребят. Сейчас мы ее возьмем. Жалко, что в портале бегать нельзя. Я бы с удовольствием поскакал бы, побегал бы. Дайте мне новый чистый куб. Потому что тот психанул. Тот реально психанул. Я не хочу с ним больше ничего общего иметь. Так, отсюда мы сможем с вами опять забрать жижу. Она наверняка нам пригодится. Давайте портальчик поставим. Желтенький, запомни, запомни, желтенький портальчик мы поставили. Куб нам туда. Во. Хоп, 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 цей-ла-ла-лей. Кубик я беру с собой. Как помните, в первом портале там целый уровень, как-то с кубом надо ходить. Кто там? Там никого. Пробираемся дальше. Угу. Видимо, я зря куб тащил, там поле экспроприации, ребят. Эй, куб, я тебя бросаю. Двери закрыты? Раньше проводку могли сделать довольно странно. Попробуй включить какие-нибудь аппараты и посмотрим, откроют ли это двери. Ну, есть тут один. Сохранение произошло. Это хорошо, можно умирать. Где тут умереть можно?
Что такое? Водичка. Ой, действительно сработало? Супер! Почему здесь вода льется? Здесь можно будет какой-нибудь куб помыть наверняка. Ой, двери открылись. С ума сойти. Водичка... Что-то. Ну что ж, это просто пушка. Почему мы не можем хотя бы раз пройти камеру без взрывов? Или что-то блокирующего наш путь? А, попробуй опять найти воду или еще что-то. Не, ну воду-то я уже нашел. Но забрать-то я ее сюда не смогу. О, погоди, здесь еще вниз спуск какой-то есть. А куда это? Сейчас раз такой хоррор. Было бы очень круто, если бы сейчас на меня выскочила какая-нибудь тварь. Я бы сейчас так орал. Что это такое? Щиток? Нет. Куда я спустился? Отлично. Ну ты, конечно же, не откроешься. Ладно, мог даже и не ходить, не проверять. Здесь какой-то гигантский насос, что ли. Какая-то центрифуга. А, это синяя жидкость. А это желтая жидкость. О, я что-то нашел, ребят. Я нашел какую-то белую штуку. Давай попробуем туда зайти. А вот и вода. А вот и водичка. Так, теперь нужно туда набрызгать. А туда набрызгать вот отсюда. Откройтесь. А эта дверь откроется? Нет, конечно же. А как мне сюда теперь спрыгнуть? А, ну я могу сделать вот так. Ой, 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 мокро, мокро. Ну ладно. Ой, хорош, на меня накапало уже. Во, 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 отлично. Пиу-пиу-пи-пи-пиу. Мимо. Нет, попал. Отлично. Отсюда тебе нужно просто добраться до хранилища. Ну не расслабляйся, я вырубил некоторые аварийные дамбы, но жижа все еще надвигается. Я тебя понял. Ладно, поперли. Ну, процесс-то идет. Это главное. Твоя, говорит, задача потушить. Я потушил. А, и все. 1979 год, ребят. Вау, это место просто огромное. Кто бы ни построил его, должно быть, был отличным архитектором. Сверху, в задней части этой камеры, находится панель управления. Она контролирует крышку люка. Попробуй добраться до нее. Сверху, в задней части. Где здесь задняя часть? Там, что ли, где-то? Ну давай зайдем сюда сначала, посмотрим. Что, здесь рубильник какой-то есть? Давай дернем. Ну, наверняка... О, смотри, у нас прыжунка. Прыгулька появилась. Коушен. Притом, смотрите, она так под углом выскакивает. То есть... Тут можно напрыгулить на самом деле очень много всего. Пиум. Напрыгулить можно знатно. Ага, смотри, трубу нельзя закрасить. Так, что-то еще можно напрыгулить. Пинь. О, сейчас я понакрашу, ребят. Я люблю красить, вы же знаете. Я, наверное, в прошлой жизни был маляром. Смогу я здесь попрыгать? Да, сюда, туда-сюда. Пинг, 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 пинг. Ну, что-то смог. Уже приятно. А, что теперь? О, здесь еще... А почему она не работает? Там просто маленькая капелька красненького. Ее, видимо, надо включить. Пошли попробуем. Сейчас я кругаля тут наверну. Навернем кругаля и... О, кажется, здесь нужно нажать на рубильничек. Водичка. Теперь красненькая заработала. Ну давай там разольем вот эту жижу. Пусть мы там будем разгоняться куда-то. Хотя я не уверен, что нам это нужно. Возможно, нам туда вон наверх на самом нужно залезть. А чтобы туда залезть, нужно... Я даже не представляю, что нам нужно, ребят. Ну, ладно, там у нас что, желтенькое? Давайте спрыгиваем, посмотрим. Да что ж такое, сейчас мы синенькую поставим куда-нибудь. Вот сюда я сейчас поставлю синенькую и посмотрим, что здесь происходит. Ага.
Все, я понял, мне отсюда нужно. Все, я догадался. Все, я понял. Я понял, что мне нужно сделать. Так, мне нужно сделать разгонную прямую и отсюда выскочить. Соответственно, я здесь оставляю желтенькую. А, погоди, желтенькую я здесь оставляю. Их там был. Придется еще попрыгать. Так, теперь нужно найти, где можно прямую сделать. А, вот здесь вот можно прямую, кстати, сделать. Все, отлично. Пройдена загадка, довольно-таки простая. Особенно, когда ты не хочешь спать. Когда ты просто готов. Бру-бру-бру-бру-бру. 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 Все, замечательно. Теперь нам нужно с вами немножко опять запрыгнуть наверх, поставить... портальчик на той площадочке. И в принципе мы с вами готовы побеждать. Ну, давай. Ты смотри, как они подлянисто поставили эту штуку. Я вообще ту платформочку не вижу. Придется опять через пень-колоду, через 27 загогулин это делать. Ну, прошаренные какие людишки, а? Умеют создать проблемы. Так, все, желтенькое сюда. Синенькое остается на месте. Я полетел. Извините. Hello, Мота. Ну, пока легко, ребят. Что здесь написано? Апертуре. Да, это название. Так, в моих записях говорится, что нужно как минимум два человека, чтобы открыть люк. Ты один человек? Похоже, у нас проблема. Но я уверен, что ты с ней справишься. Bottom flange cracked. Видимо... Вот так вот, да? Нормально я, да? Просунул руку через портал. Ну все, работает, да? О! Нашел! Нашел, ребят, рычаг, который не мог найти никак. Звуки вижу, действия не вижу. Что происходит-то? О! Боже мой! Теперь вижу. Большой люк. Люк, я твой отец. В смысле, нет, не мог. Я же мать. О, здорово, ты умнее, чем я думал. Не гений, как я, но тем не менее. Заходи в лифт и проезжай ко мне. Я на свалке прямо снаружи люка. Похоже, настал мой черед погасить свою половину сделки. Прикольно. Я хочу туда. Уа! Плюх! Плюх! Хе-хе-хе! Интересно, как я сюда должен был еще за... А, вон с той штуки, наверное, да? Ну, я немножко прочетырил. Пофиг. Поднимаемся, ребят. Поднимаемся и машем. Ты в двух шагах от нового центра обогащения. Мы вскоре встретимся. И хорошие новости, нам больше не придется беспокоиться о жиже, разъедающей нас заживо. Я закрою крышку люка, так что нам не о чем будет волноваться. Это определенно плюс. Так закрывай давай, то вдруг сейчас жижа польется. Куда мне идти? Вижу какую-то дверь. Видимо, нам туда. Потому что больше я здесь дверей не вижу. Хотя рубильник я тоже не мог заметить на стене. Так что здесь все что угодно может быть. Не, вроде сюда. О, зачем тебе поле экспроприации? А вдруг я хотел с собой гель взять? Ну ладно, давай. О, точка загрузки, между прочим. Загрузочка. Ох, нифига себе. О, ух, мамочки. Вот это объемы, а. Глава 3. Восхождение. Замечательно, ты на месте. Наконец я смогу выбраться из этого технологического кошмара. Если ты сможешь добраться до офиса, я спасен. Тебе на пути могут встретиться несколько охранных заборов, останавливающих гигантских крыс-людоедов. Ты прикалываешься, да? Это шутка была.
А это ты там, что ли, он такой в глаз смотрит? У меня нет. Ну ладно, побежали. Видимо, нужно найти, куда протонуться. Ага. Все, нашел. Не дурак. Портал опять спасает нашу шкуру, ребят. Здесь еще можно упасть. Здесь тоже беленькую, да, можно сделать? Да, здесь можно разогнаться. Но, видимо, разгоняться нам здесь пока и не нужно. А может быть, уже нужно, погоди. Слушай, жесть какая, я потерялся. О, привет. Так, ребят, я потеряшка. Я... А, во, все, я вижу еще один портал, куда поставить. О, я чувствую, я здесь сейчас бродить буду. Как неприкаянный. С этими порталами. Что-то рука манипулятор какой-то. Огромные кубы висят. Я не могу в огонь прыгнуть? О, тепло. Ой, ой, он меня начал бить даже потихоньку. Я думал, я в каком-то супер костюме, оказывается, нет. Сюда? Облом. Ха. Не догадка, да? Куда-то выше. Кто-нибудь видит что-нибудь беленькое? Main office. Главный офис. Угу. Так, я уже почти понимаю, что мне нужно сделать. Нам нужно сигануть и выскочить. Оп. Хе-е-е. Меня ждут. Эй, пол становится холоднее. Это какая-то, видимо, устойчивое выражение, которое перевели или что? Вот на эти два девайса можно залипать вечно. Знаете, такие расслабляющие игрушки есть. Ну, такая колба, и в ней вот такие штуки плавают. Блу-блу-блу. Вот, можно запустить портал и просто наблюдать, зачем вам эту игрушку покупать. Эй, эй, я здесь. Я совсем рядом. Так где же ты? О, привет, Мел. Рад наконец-таки увидеть тебя. Только здесь темновато. Тебе стоит включить подачу электроэнергии, чтобы мы могли включить свет. На другой стороне двойных дверей находится другой офис. Осмотрись там, включи электричество и затем подбери меня. Слушай, я думал, ты какой-то большой монстр, а ты просто шарик валяющийся. Я знаю, что у тебя давно не было компании, но оставь меня на пару минут. Я обещаю никуда не уходить. Че, правда? Так вот. Ладно, что здесь? А, я понял, сюда мы потом войдем, когда сможем починить все. Ну, лестницу ты же можешь меня поднять. Незадача. Какая незадача. Почему-то лестница тупит и не хочет меня поднимать. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Нам нужно включить подачу электричества. Знал бы я еще, где она находится, это электричество. Здесь можно пройти? Слава богу, а потом я электричество подам, пройти уже не смогу, да? Что за звуки страшные? Не пугайте меня так. Я все-таки не в хоррор играю. Жалко, что у меня лампочки нету. О, нашел! Свет есть. Камера есть. Мотор. Надеюсь, что нет. Ну я же сказал, обратно я здесь не пройду. Обнаружен скачок напряжения на подземной станции 26. Уровень угрозы средний. Активируется протокол безопасности. О, вот тебе и мотор. Вернись и подбери меня. Я тебя понял. Видимо, сейчас, ребят, по нам всякие турели будут орудовать. Типа вот здесь пройди, что ли? По столикам, по столикам. Нормально, живем. Ну, а что здесь наверху? Красота-то какая. А вон еще какой-то рубильник. Надо его тоже дернуть. А, видимо, я раньше времени пришел вот рубильник дергать. Сейчас надо сначала его подобрать, потом будем дергать рубильники. Ну давай, иди ко мне. Ух, хорошо. На полу становилось невыносимо холодно. Моя материнская плата была на грани поломки. Ладно, я знаю, о чем ты думаешь. Эй, мистер Вирджил Модель.
Как ты контролировал и видел все в старом тестовом комплексе? Что ж, ответ прост. Wi-Fi. Я полностью поддерживаю Wi-Fi. Ладненько. Отнеси меня в комнату управления лифтом. Там есть специальные рельсы, по которым я смогу подняться в центр обогащения. Ой, и... я смогу отправить лифт за тобой. Я тебя понял. Так, видимо, мне опять нужно туда пролезть как-то. Здесь нам куда наверх? Где тут рельсы твои? О, намного лучше. Как же здорово вернуться на свое место. Дай мне кое-что сделать, и я отправлю тебе лифт, чтобы мы могли выбраться отсюда, да? Я действительно нашел это место до того, как... Это должно сработать. Это не я, вроде. Обнаружено вмешательство в систему защиты в подвале 26. Выполняется переход на автоматическое управление генератором. Отменить переход на автоматическое управление. Ошибка, ошибка. Идет поиск форм жизни в комплексе. Обнаружены незарегистрированные формы жизни. Начиная программу устранения. Три цели обнаружены. Одна органическая, две механических. А кто вторая? Ну что ж, по крайней мере, теперь я смогу вытащить тебя отсюда. Мы позаботимся о владельце этого голоса позже. Встретимся наверху. Поднимается уровень токсичного контамината с тестового маршрута Лайм и Виски. Время связи с центром обогащения не определено. Начинается процедура затопления. Что, опять? Опять топить меня будут? Ну за что? Мой лифт, подними меня наверх. Погоди, а кто здесь еще? Кто здесь еще есть? Я органический, этот механический. Кто еще механический здесь есть? Почему мне никто не отвечает на этот вопрос? Не молчите! Боги. Я могу догадаться, кто это. Это должна быть... Лифт не шел к моему тестовому маршруту, так что я его перенаправил. К счастью, он недалеко от тебя. Эти штуки могут подниматься целую вечность. Здесь даже нет журналов. Какая досада. Так вот, я думаю, это, ребят... Да что ж такое, добро пожаловать на мой тестовый маршрут. Он не лучший в мире, но сойдет. Давай посмотрим, смогу ли я открыть эту дверь и вытащить нас отсюда. Прикольно. Открыто достижение Back on Track. Вернулся на трек. Я думаю, ребят, это та самая GLaDOS. Потому что я, кстати, оговорился, когда начинал прошлую серию, я сказал, что время действия этого мода до... первого портала, на самом деле время действия этого мода между первым и вторым порталом. Так что здесь весело. Интересно, что это за голос такой? Окей, очень жаль, и я не могу помочь тебе с этим тестовым маршрутом. Весь ИИ в Aperture Science был запрограммирован так, чтобы не помогать с решением теста. Несмотря на это, я могу проверить, работает ли все остальное. Прошло довольно много времени с тех пор, как я упал со спецрельс и упал в ту дыру. Так что что-нибудь могло сломаться в моем отсутствии. Проверяю воронку. Работает. Супер. Переключение и дренажная труба для токсичной жижи. Разъедена токсичной едкой жижей. Как мило. Что ж, это не важно. Ты без этого справишься с этим тестом. Надеюсь. Ну давай, нажмем эту кнопку. Ага. А эту? Ага. А если эту? Ага. Все, понял. Значит, нам нужно как-то кубы туда пронести, да? А это жижа, собственно. Собственно, персона. Ну, поехали. Так, а как я туда куб пронесу? Извините, подвиньтесь. У меня есть догадка, как я туда куб пронесу. Смотри, как я это сделаю. Я вот так вот нажму. Кубик вот сюда брошу. А сам такой чики-пуки. Раз, два. И... так, не то. Такой... А, вот ты какая зараза. Не так-то все хитро, как я думал. А, ну погоди. Я могу сделать вот
так. А потом... Вот так. Привет! Это что такое? А это лестница была? Так, куда мне поставить куб? Мне кажется, нужно включить вон тот генератор доброты. И теперь его нужно запустить. И, собственно... Собственно, на нем я и полечу. Халява. Обнаружен скачок напряжения в тестовой камере. Вержу 0.1. Выполняется переход на автоматический контроль всего тестового маршрута. Отлично, просто супер. Похоже, что ты оповестила, что бы там ни было, о нашем присутствии. Теперь оно контролирует тестовый маршрут. Круто. Теперь меня будут пытаться убить. О, нет, теперь на меня смотрят. Привет. Как жизнь? Что это за кнопка? Как ее нажать? Ну, как туда-то перебраться, я догадываюсь. Я это не раз делал. Обнаружен неизвестный сектор. Устраняется непосредственная угроза. Ага, вот тебе и тестовый маршрут. Не понял. Что еще устраняется эта угроза? Кто здесь угроза? А что это за вентилятор такой гигантский? Ух ты, круто. Как люди постарались, а? DLC сделали, нифига себе, бесплатный. Куб, привет. Мне нужно прожать кубом вон ту штуку. А чтобы прожать кубом ту штуку, надо сначала прожать кубом вон ту штуку. А, или даже с собой. А туда куб скинуть? Сейчас, погодите, я примеряюсь. Можно ли туда скинуть куб? И... Опа! Упс, он прилип. Действительно. Что за дурак? А, погоди, я же могу здесь поставить эту, как его? Все, мне не нужно это делать. Желтая здесь. Синяя там. Во, вот так вот. А вот он и донат первый сегодня. Прикинь. Жгу. Так, ладно, я пошел. Мне вниз. Лифт спускается к выходу номер один тестового маршрута Virgil. Я продолжу пытаться перехватить контроль. Тем временем продолжай проходить маршрут. Слушай, там битва хакеров какая-то идет. Спасибо большое за донат. О, как красиво, а. Трубы, трубы, трубы. Ой. Ой-ой-ой, красота. И мост начинает. О, я понял, здесь сейчас мостик будет. Прикольно. О, активируется центр управления мостами плотного света. Мосты плотного света запускаются. Уровень токсичного контаминанта с тестового маршрута Лайма Виски поднимается. Ожидаемое время для связи с центром обогащения 25 минут. Быстрый куб, ребят. Я еще работаю, похоже, что мне придется взломать эту штуку. Давай, Wi-Fi, не подведи меня. У меня высокий уровень соединения. Так, я понял, это у нас как задержка. Какая-то должна быть, да? То есть я его туда ставлю и куда-нибудь бегу, пока он скатывается. Ну-ка. Ну-ка, кубик. Кубик вари, кубик не вари. А если я это выпущу откуда-то... Как мне это выпустить, чтобы это вышло... Во! Во, нашел. Нашел. Но я могу, в принципе, тупо кубиком... А, все, я понял, что нужно сделать. Я буду кубиком отгораживаться. А потом я как раз-таки кубик запущу. Потом я кубик запущу. Стоять. И он поедет, а я там пробегу. Все логично. Беги, беги, беги. Хорош. Это что такое? А-а-а, прыгагель тут еще есть, нифига себе. Ой, накрутили. Куда мне его намазать-то? Давайте вот так сделаем, смотрите, я вот. Или нам мост надо туда поставить.
Сейчас я схожу, посмотрю, что здесь такое вообще есть. Это что? Ага, это кубик. Это красный гель. Ну ладно, кубик. Блин, а как я так поставил-то? Кубик я поставил обратно. Зачем, правда, не знаю. Что у нас тут? Так, у нас тут разгон. Или куда разгон? Вот сюда разгон. Так, разгон есть. Можно разбежаться и жж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 
Куда бежать? Я могу вот отсюда, вот оттуда выбежать. А вот здесь должно быть накапано. Как здесь накапать? А если я, извините, просто сделаю вот так, она накапает вот сюда? А, супер. Ну все тогда, ребят. Сделано. Смотрите, мы оттуда выбегаем, быньк, и туда прям. Только кубик надо не забыть. И поставить... Все. А-а-а. Погоди. Кубик нужно оставить, а там новый кубик призвать. Потому что я тогда без кубика, ну, в смысле, выйти не смогу с порталами. Во. Вот теперь сейчас сработает, ребят. Сейчас. Ну, надеюсь, я правильно все рассчитал. Да. Сработало, ребят. Супер, блин, прикольно. Да, я наконец-то получил доступ к серверам этой штуковины. Я попробую разобраться в происходящем и держать тебя в курсе. Спасибо. Уровень угрозы неизвестной формы жизни. Умеренный. Продолжить отслеживание. О, ух ты. Так, это засоска включилась. Здесь у нас кубик падает. Логично. Ох, не люблю, когда много белых поверхностей. Они меня смущают. Но засоска, в чем прикол ее, она проходит через поле экспроприации. Поэтому... Поэтому... Ты что делаешь? Она отключает поле экспроприации. Получается... А там? А там она его не отключает. Какой тогда смысл этой комнаты? Зачем его здесь отключать? А, там выход. Там, собственно, то, куда мне надо попасть. Понял. Угу. Супер. О, здесь смертельно опасная какая-то штука. Сюда нужно лазер доставить. Чтобы доставить сюда лазер, нужно... О, оптика, привет. Сейчас будет глазастый куб. Точняк. Так, я догадался. Здесь нужно как-то порталы поставить, чтобы это заработало. Пошли посмотрим, что там беленькое есть у нас. А здесь нет беленького. Здесь беленькое только вот здесь. Либо вон там. Да, но там в уровне нет этого. Слушай, блин. Неужели вот под таким углом можно туда зарядить? А как я это сделаю? Ты смотри, как все хитрожопо, а? А как это сделать? Опа-на! Так. Все. Я поставил два портала. Па-па-пам, па-па-пам. Отлично. Я теперь могу пройти через это поле. И теперь мне нужно вот сюда доставить лазер. И, собственно, кубик. Слушайте, ну это была пипец задачка. Вот это пипец задачка, я вам скажу. Так, сюда желтый.
Вот это была пипец задачка. Вот такие вообще жесть. Ладно, я могу новую вызвать. Вот так вот. Все, не двигаться. Не двигаться, идти нажимать на кнопку. Фух, все. Так, теперь... Что? А, и здесь все повыкручалось, смотри. То все, я прошел эту загадку. Боже мой. Ну, она адовая, честное слово, я вам скажу, была. Так, видимо, мне этот куб нужен куда-то. Давайте, ладно, даем потоку куб. Вот он тупо летает. А, смотрите, я понял. Нет, я не понял. Да, я могу ту куб сюда направить, но он же умрет. Он в решетке умрет. И я не могу перебежать, переключить решетку, потому что тогда порталы все того. А, я могу сделать вот так. Черт. Ай-яй-яй. Ура! Есть прибытие. Так. Куда пошел? А ну вернись. Отдайся. Так, у нас есть куб, ребят. Супер. Так, ты куб пойдешь вот сюда. Во. Нажался. Отлично. Так, теперь с тем кубом, видимо, мы должны пролетать над гаванью. Да, такая тема вообще. Жесть. Вот здесь зайдем. Так, вот мы летим. А теперь нас должны засасывать в другую сторону. А здесь мы должны спрыгнуть. О, похоже, что оно использует какое-то вид биологического отслеживания, чтобы обнаружить тебя. Поезжай к следующему тесту на лифте. Мне понадобится чуть больше времени, чтобы скрыть нас от системы. Ой, ребята, вы не представляете, как у меня кипит мой мозг! Это как нужно извихнуться, чтобы это решить вот прям с наскока? Я физику даже сначала явления не понимал, что там происходило. Ну нафиг, все, тормозим. Хорош. Бодряк получили? Витка увидели? Пингвина показывать не буду, он все тут же лежит, отдыхает. Надеюсь, понравилось. Лайк не забываем, подписки, комментарии в описании, ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте, с друзьями делиться. Это обязательно, чтобы мотивация была положительная. И до встречи. Пока.